Вдоль проезжей части коммунальщики при помощи спецтехники убирают ледяные обломки, которые от грязи уже стали черными. Такую работу должны провести по всему городу. О том, что время не терпит, и освободить пензенские улицы от снежной каши и спрессованных навалов необходимо как можно раньше, говорят в мэрии. Начинаете уже убирать прилатковую часть, мы видим в центре города особенно. Там снег сошел, остается песок, грязь. Нужно ставить рабочих, начинать убирать. По нашим санитарным пятницам, коллеги, предлагаю на этой неделе начинать. Нужно ворошить снег, иначе он с нами останется до мая месяца. В этом году серьезного потопа в Пензе не ожидается. На Сурском гидроузле показатели сброса воды соответствуют норме – 35 кубометров в секунду. Город же обычно начинает затапливать, когда эта цифра равняется 1000 кубометрам. Такого специалисты не прогнозируют. А вот точечно откачивать воду с нескольких проблемных участков все же пришлось. В связи с установившимися погодными условиями сейчас наблюдаются места локальных подтоплений, которые локализуются силами Дормоста, МОП по очистке города и управления по делам ГОЧС города Пензы. В частности, вчера отрабатывали улицу Ростовскую, улицу Чедаева, улицу Клара Цеткин, улицу Антонова, где производили откачку воды. По этим же адресам дополнительная откачка воды потребуется и во вторник. За четырьмя улицами, на которых нет ливневок, мэр Пензы Андрей Лузгин поручил закрепить спецтехнику. Помимо такого дежурства, с проблемных участков начнут активнее вывозить снег. На эту же работу нацелили и руководство управляющих компаний. После зимы состояние придомовых территорий оставляет желать лучшего.